Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве, как Huawei P10, устройство Huawei P10 подготовить к использованию. То есть, достали вы телефон из коробки, включаете его, видите перед собой данный экран. Что же вам делать? В первую очередь, вам нужно выбрать русский язык, чтобы было понятнее. Затем нажимаем «Начать». Затем выбираете ваш регион. Нажимаем «Далее». Затем принимаем выше изложенные положения, то есть условия использования. Следующим шагом мы можем вставить карту, но также вы можете пропустить этот шаг, если у вас нету сим-карты. Затем вам предлагаем импортировать данные. Можете импортировать своего устройства Android, iPhone или же загрузить из облака. Но также вы можете пропустить этот шаг, если же вы хотите установить устройство как новое. Затем вам предлагают подключиться к сети Wi-Fi. Но если в вашем окружении нету открытой сети Wi-Fi или же вообще нету сети Wi-Fi, просто можете пропустить этот шаг. Следующим шагом сервисы Google. По желанию можете оставить галочки, по желанию можете их убрать. Все на ваше усмотрение, но в любом случае вам придется принять условия использования и политику конфиденциальности Google. Следующий шаг — это у нас защита устройства. Можете по желанию установить разблокировку отпечатки пальцем, распознавание лица, или же можете установить другой способ разблокировки экрана, как пароль, пин-код или же графический ключ. Но также можете пропустить этот шаг и установить все это в настройках позже. Затем дополнительные службы Huawei. По желанию можете включить все, можете настроить, можете отказаться. Затем проект повышения качества обслуживания. По желанию можете в нем участвовать, по желанию можете от него отказаться. И затем обновление можете включить автоматическое обновление, или же можете установить обновление вручную. И телефон готов к использованию. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.